Всем привет, вот я сорвал арбуз. Разрезаем. Маленький. Красный. Зеленый. Красный. 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 Я думала зеленый. Ага, зеленый. Он красный, правда. Сейчас. Потому что его сорвал он на солнце. Да не все на солнце. Они не все на солнце. Погляди. Сейчас солнце кругом. Ты что? Это прекрасно. Ой, я же руку судорогаюсь сводить, господи. Как сводят? Ты, наверное, не будешь есть. Буду, как не буду. Горячий. Да не хай. Ой-ой, глянь, судорогаюсь свою руку. Ой, это что же такое, глянь. Ой. Почему? Болит прямо, а я откуда отрезала и все. И руку судорогаюсь сводить. Ой. На. Тебе есть. Спелый. Спелый. Может, его есть нельзя. Почему? Ну, сейчас покушаем. Может, он никакой. Может, он не сладкий. Плохой, да. Он красный, как он не сладкий. О, да есть красный, а не сладкий. Кто знает, что. Есть по-всякому. Мы раньше рвали, вот не сладкий. Кто а если пес сорвал, он зеленый был? Выкинули прям купленный, что ли. Да и купленный разом. Покупаем, а не зеленый. Да и неплохой, да? Красный сорвал. Он был плохой? Сладкий вроде. Это мы с Лешей сажали. Красный. Ага. Чего вы? Что это там? Где? Дома. Как двери все равно скрипнут. Растопили. Красный. Да? Ты еще будешь? Я уже съела. Ничего там? Не делала прямо эти. Как судорога свело, ой. Плохо как, больно. Слово, а то мы где покупали арбуз? На огороде сорвали. Ну вон вчера покупали, где? Ой, он дорогой, покупать его. Где он дорогой, 20 рублей? Или сколько там? Угу. 100 рублей за арбуз заплатишь, да за другой 100, и 200 за 30. За один арбуз заплатишь 400. Вот и все. А ты говоришь, недорогой. Недорогой, сколько? 20 рублей килограмм? Или 17, сколько? Дорогой, это когда 50 рублей килограмм. Так дорогой. То я вот бесплатно. Или сколько? Ты принес бесплатно мне вот. И едим. Ноль. Ноль рублей он. Дядя Сережа за пчелами. А потом останется все вот это. Будете убирать на следующий год шкурки. Угу. Че, надо собирать ведро? Они поняют. Ладно, будем воды дать арбузик. Красный. Красный. Дай. Я уже подавилась красным. Не могу. Ага. Ладно, на сегодня все, дорогие друзья. Ну, а ты еще будешь есть или нет? Потом съем. Подписывайтесь на канал. Да. Пока.